Всем привет! Пришла холодная пора, надо утепляться. В этом видео рассмотрим ассортимент тканей для курток в наших магазинах. Подпишитесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. У нас много разных тканей, а соответственно много интересных обзоров. Начнем этот обзор с курточной ткани Locker Grant. Здесь есть очень стильные неоновые расцветки, да и ткань сама по себе интересная. Она довольно прочная, с высокой износостойкостью, водонепроницаемой пропиткой и имеет крайне универсальное назначение. Эта ткань подходит для пошива курток, парок, рабочей одежды, рюкзаков, дорожных сумок. Полотно не образует заломов и хорошо держит форму. Большое разнообразие расцветок также позволяет использовать эту ткань и в технических целях, например, шить тенты или палатки. Следующая на очереди – это ткань с мембраной TOPS. У нас уже есть хороший обзор про свойства ткани, смотрите по ссылке сверху. Это довольно популярная позиция в нашем магазине, и из нее шьют куртки, ветровки, комбинезоны. Ткань пластичная и водоотталкивающая. У мембранной ткани нет теплозащитных свойств, поэтому какой утеплитель вы под нее поставите, на такую температуру и будет рассчитано ваше изделие. А про утеплители мы как раз расскажем в конце видео, так что продолжайте смотреть. Переходим к курточным стежкам. Здесь используются совершенно разные слои синтепона, но в большей части эти ткани предназначены для демисезонной одежды. Для более теплого варианта используйте дополнительные слои утеплителя. Обзор на курточную стежку также есть на нашем канале. Переходите по ссылке сверху. Представленные на видео ткани довольно пластичные и мягкие. Они хорошо сминаются и совершенно не сковывают движений. Так что можно шить и деткам комбинезоны, куртки, а также взрослым. И, кстати, стежка в последнее время нашла свое применение в изготовлении сумок. Данная витрина курточной стежки расположена в нашем магазине по адресу Кульман 11. Обращаем ваше внимание, что вот эта стежка плотнее остальных. Здесь лицевая сторона выполнена из плотного дюспа, из-за чего ткань немного шуршит и не сильно пластичная. То есть в изделиях будет хорошо держать форму и придавать объем. Она отталкивает воду и снег. Подкладочные ткани для этих курток можно использовать совершенно разные, и в нашем ассортименте очень хороший выбор. Кстати, тоже есть отдельное видео на нашем канале, прикрепляем ссылку сверху, так что переходите. Soft Shell – это любимая ткань брендов. Подходит для пошива демисезонных курток, ветровок, спортивных курток или комбинезонов. У нас очень красивая цветовая палитра, и есть еще новинки с яркой флисовой изнанкой. Ткань водоотталкивающая с мембранным слоем, защищает от ветра и холода. Посмотрите еще наше видео про свойства данной ткани, очень подробно там рассказали, ссылка как всегда сверху. Также оставляем все ссылки и в описании под видео. А это наши новинки из последнего поступления. Очень красивое сочетание, лицевая сторона и изнаночная разного оттенка. Ткань не нуждается в подкладке и предназначена для демисезонных изделий. Но, конечно же, она подойдет также и для зимней одежды, главное ее утеплить хорошим слоем синтепона. Смотрите, как хорошо капелька отталкивается от поверхности ткани. И еще к нам приехала вот такая новинка с детским принтом. Курточная ткань Locker Point с мембраной, достаточно плотная и износостойкая. Как раз то, что нужно для активных детей. Ткань водоотталкивающая и немного шуршит. Есть разные расцветки для мальчиков и девочек. Переходим в другой наш магазин в торговом центре столицы. Здесь большой выбор плащевых тканей, например, Дюспа Константа, Royal, Neo, Nova. Различия этих тканей можете посмотреть в нашем отдельном видео по ссылке сверху. Есть очень яркие и красивые детские и взрослые варианты. Можно утеплить толстым слоем утеплителя и получить очень стильную и теплую зимнюю куртку. Про утеплители рассказываем в конце видео, так что досмотрите до конца. В основном эти ткани отличаются плотностью, а также фактурой. Их можно стягать самостоятельно различными узорами и утеплять самыми разными слоями синтепона. Вы можете создать свой вариант демисезонной куртки, а также теплой зимней куртки или 100-граммовки. Также эти ткани используют для пошива жилеток или собачьей одежды. Да-да, собачкам тоже надо утепляться. Очень часто их также берут и для пошива сумок, как дорожных вариантов, так и более маленьких, или шоперов, или клатчей.
А это наше сокровище – новое поступление итальянских курточных тканей Moncler. У них совсем небольшие метражи. Это брендовые стоковые позиции, которые нельзя будет повторить. Этим они и прекрасны. Такого же изделия больше ни у кого не будет. Хотите? Приезжайте к нам в магазин в торговом центре столицы или заказывайте на сайте dkby.by. Ссылки все будут в описании под видео. Чтобы это видео было максимально подробным и полезным, расскажем еще и про утеплители. Siberia Slim. На видео представлена плотность 150 грамм. В нашем ассортименте есть и другой плотности. Это довольно тонкий, но теплый утеплитель. Подходит для пальто и шуб. Это как раз тот самый момент, когда вы не хотите утяжелять изделия, не придавать лишнего объема, но добавить ему теплоты. SlimTex 80. У нас осталась только такая маленькая плотность, и она отлично подойдет для утепления отдельных элементов изделия в пальто или в пиджаках, например, рукава или карманы, также головных уборов. Синтепон каландрированный. На видео представлена плотность 200 грамм, есть еще в ассортименте и другой плотности. Используется для курток и пальто. Термоскрепленные слои синтепона не дают мягким волокнам проникать через ткань. Этим он и прекрасен. Можно стягать, стирать, и с вашим изделием все будет в порядке. А это хупон. На видео представлена самая высокая плотность 300 грамм. Здесь склеенные слои сверху и снизу, а внутри мягкие волокна. Отлично подходит для курток и пальто. Можно просто прострочить по периметру деталей и не обязательно их стягать, если вдруг вы не хотите стеганую куртку. Такой утеплитель выдерживает машинную стирку в деликатном режиме и не расползается внутри изделия. Но с ним может быть небольшая сложность, потому что слои скользкие и могут съезжать при пошиве. Просто будьте внимательны и аккуратны. А следующий современный утеплитель с шерстью в составе Alpalux 150. Есть и другие плотности. Выдерживает температурный режим до минус 20 градусов и подходит для утепления верхней одежды, также бортиков или детских конвертов. Сохраняет свой вид даже после стирки. Все рассказали и все показали. Теперь ждем вас в наших магазинах, а также на сайте dkby.by. Ставьте лайк и подписывайтесь.